Всем привет, мои дорогие друзья, с вами как всегда Барон. Довольно давно на сам ПРП вышло обновление с ограблением банка, но я, конечно же, вам его не показывал, потому что думал, что это в принципе не самый лучший вариант и делать особо здесь нечего. Пока не понял всю суть данного обновления и для чего оно непосредственно нужно. Начнем, наверное, с самого банального, то что, в принципе, когда начинается ограбление, три мафии бьются за то, чтобы его взять. Сообщение в чате у нас появляется определенного рода, то что есть задача, необходимо собраться около особняка, ну и записаться на ограбление, после чего мы без проблем можем подходить, записываться и начинать данное ограбление. Если мы сможем его словить, то оно будет наше. И мы сможем поехать в банк и уже начать его грабить. В данный момент вы сейчас видите, как мы словили ограбление и едем на черный рынок. Да, кстати, на это дается нам примерно 30 минут. Ну а на черном рынке нам необходимо взять сумки. Сумки нам, конечно же, нужны для того, чтобы собирать бабло, которое мы сможем взять. Ну и единственный минус, это, конечно, заплатить 5000, я так понимаю, продавцу черного рынка для того, чтобы он нам продал все эти сумочки. Мы не одни сюда приехали, ну и после чего мы уже отправились в банк. Помимо нас, людей, которые собирают сумки, есть еще люди, которые едут на СФА. Это, если что, военная база. На СФА им необходимо взять взрывчатку С4 для того, чтобы подорвать спокойно сейфик. Довольно-таки в целом интересно все это смотрится и выглядит, и действительно стоит того, чтобы все это посмотреть и показать. После того, как мы приехали в банк, к сожалению, многие из наших ребят, которые были с нами и участвовали в данном ограблении, они просто не знали, где находится этот банк. Потому что все это выбирается, к сожалению, рандомно. Может выпасть банк в ЛС, в ЛВ, где-то за городом. Абсолютно рандомная тема. Но опять же, насколько понял, это я. По истечении определенного времени все-таки мы смогли встретиться со всеми вместе. Ну и люди, которые взяли С4, они тоже спокойно приехали сюда. И, кстати, удивительно, что они приехали на скутерах. Потому что первоначально у них был вертолет, но, к сожалению, он сломался. Поэтому им пришлось возвращаться чисто на скутерах сюда. Ну и у нас уже оставалось чуть менее 12 минут. И человек заплантил бомбу. Если вы хотите полный видеоролик по ограбе, то обязательно пишите это в комментариях, и я это запишу. И буду я в роли подрывника, потому что первоначально, как вы сейчас можете заметить, я обычный челик, который поучаствовал во всем этом деле, пособирал немножко баблишка, ну и после этого, конечно, все, моя работа была на этом закончена. Но есть еще и другие отрасли. Помимо того, то, что мы просто собираем бабки, можно быть подрывником, можно лететь на СФА для того, чтобы взять бомбу. Опять же, можно все это дело без каких-либо проблем плентить, но это будет, если уже вам данный видеоролик понравится. Обязательно пишите об этом в комментариях. После того, как мы забрали деньги, мы выбежали из банка, чтобы наконец-то отвезти нашу добычу на пункт сдачи. У нас еще, конечно же, оставалось время, примерно чуть меньше 20 секунд, но мы справились довольно-таки быстро, без каких-либо проблем. Конечно, нас немножко подкачал здесь водитель. Водитель в целом не знал, куда ехать. Помимо того, что у всех у нас появилась красная метка, куда нам необходимо ехать на карте. Но, к сожалению, у него она не появилась. Вообще, первоначально я подумал, что водитель хочет каким-то обходным путем поехать. Все очень просто, потому что у меня в данный момент находится 6 звезд у персонажа, а когда 6 звезд, тобой интересуется не только полиция, но может заинтересоваться и ФБР, и, конечно же, отдельные отделы по типу сваток, и если они, в принципе, нагрянут и каким-то образом смогут нас тормознуть, то, во-первых, начнется перестрелка, а во-вторых, можно отъехать примерно на 3600 секунд. А если что, это в районе часа, и целый час сидеть в тюряге, особенно если будет перестрелка, то это будет особо опасный преступник. Опять же, не смогу никаким образом выйти, ключей у меня нет, и это довольно-таки печально. Все оказалось намного проще. Человек просто не знал, куда ехать. После того, как я ему задал данный вопрос, куда же он двигается, он без каких-либо проблем просто сказал то, что у него нет метки, поэтому куда двигаться, он, к сожалению, не знает. Не стал я на него ругаться, как-то с ним говорить и так далее. Я, в принципе, попросил у него руль, что было, по моему мнению, максимально правильно для того, чтобы как можно скорее отвести добычу на пункт сдачи. Но здесь тоже все довольно-таки интересно. Мне это напомнило, честно говоря, перевозку фуры у байкеров, потому что там тоже не обязательно, чтобы были все. Объясню. Расскажу, как это, в принципе, работает. Как я понял, мы, в принципе, были на ограбе, но кто-то приехал быстрее нас. Именно из тех же людей, которые участвовали в данной ограбе. Ну и наше присутствие уже было абсолютно не важно.
без каких-либо проблем. Первоначально, конечно, я чуть не крутанул сальтуху на автомобиле, ну и, конечно же, мы получили 7000 баксов, и на этом аграба была закончена. Меня это, конечно, удивило, и действительно было очень круто. Также мы получили 100 тысяч рейтинга, рейтинг необходим, капец как для организации. Ну и на этом я заканчиваю данный видеоролик, спасибо огромное за то, что посмотрели его до конца, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, ну и писать в комментарии, что вы по поводу этого обновления думаете и стоит ли мне его записывать целиком. Всем желаю удачи и до скорых встреч.